Да, я помню. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. YouTube канал ФНТРФ продолжает показывать матчи четвертого тура женской премьер-лиги. Четвертый тур проходит в Верхней Пышме, дворец самбо и единоборств. У нас в вечерней сессии за первым столом свой матч сыграют «Горизонт», команда из Екатеринбурга, и МГФСО «Москва». Первая встреча — Анна Тихомирова и Дарья Семенова. Тихомирова на ваших экранах в оранжевой футболке. Ну а Дарья Семенова — теннисистка, которая вернулась в «Горизонт». Этот сезон, Дарья начинала в команде «Спарта НК». Третий тур вовсе пропускала Дарья. Но и вот в четвертом уже успела сыграть одну встречу в составе своей старой новой команды. Ну, пока что такое, да, начало. Вроде такая разведка боем. Тихомирова не смогла взять очки на чужой подаче. Ну, и свою первую тоже пока что разыгрывать неудачно. Вот, наконец-таки, Тихомирова забирает первое очко. Срезала, да, в левый угол Анна, и затем из середины атаковала уже в правый. Семенова успешно забегает влево и атакует справа по прямой. 4-1.
по срезке принимает решение атаковать Тихомирова. Посылает мяч в корпус соперницы. Топсом слева. И второе очко для Тихомировой в первой партии. Ну, такая ситуация, да, конечно, Анну Тихомирову, настолько заслуженную теннисистку и спортсменку, конечно, не должна ставить в тупик. Высокий мяч, и Тихомирова добывает третье очко. Шикарно сыграла Семенова в данном случае. Ну, Тихомирова, я думаю, что порой будет давать возможность своей сопернице атаковать именно таким образом. Но большой вопрос, сможет ли Семенова все время, да, попадать. Пока, в принципе, с процентом попадания, да, у Семеновой полный порядок. С другой стороны, тут история такая, что напротив нее трехкратная чемпионка России в одиночном разряде. Да, и мы сейчас прекрасно видели, как Анна Тихомирова резко переводит свою атаку в правый угол. Но пока Семенова держит соперницу на комфортном расстоянии по счету. 4-6. Ну, по темпу, на самом деле, к теннисисткам претензий абсолютно никаких. Все очень бодро, быстро, резко. Вновь правый угол соперницы Тихомирова потревожило. И пятое очко для Анны в первой партии. Пока что у Даши получается очень неплохо играть слева, причем довольно резко Дарья это делает. И уже не первый, да, случай, когда, по сути, в корпус соперницы играет слева Семенова, а Тихомирова в ответ играет за стол. 7-5. Ну, а в такой ситуации, на самом деле, очень часто неудобно, да, сыграть мяч, летит тебе в живот. Приходится что-то придумывать на контратаке, но в предыдущем розыгрыше Семенова сыграла в сетку. Ну и затем случилась ошибка у Тихомировой. 6-8. С вращением тут не справилась Семенова. Тихомирова все время, да, где-то рядом по счету, но пока свою соперницу догнать Анна не может. А вот здесь уже это и получилось сделать. По 8. Семенова пошла в атаку после собственной же подачи. И вращение было неудобное, неприятное. 8-9. Семенова уже уступает. И два сетбола зарабатывает Тихомирова. Неплохой рывок Анны в счете, но Тихомирова очень уверенно, да, держит дистанцию перед соперницей в игровом плане. Ну и здесь у Семеновой не получается перекрутить. Тихомирова пошла в атаку, вновь в правый угол. Попыталась она атаковать, но не такая уж и мощная, да, получилась атака. Раз уж у Семеновой нашлось время, да, и возможность для того, чтобы контратаковать, но Даша в концовке не попала в правый угол соперницы. И 11-8, первая партия за Анной Тихомировой. Как я уже сказал, Анна трехкратная чемпионка страны в одиночном разряде. В последний раз Тихомирова брала золото на чемпионате России в 2020 году. Тихомировой 39 лет, она мастер спорта международного класса. У нее есть в коллекции награды на чемпионатах Европы. В 2013 и 2015 годах она брала бронзу в составе сборной России в командном турнире. Рейтинг Тихомировой на эту минуту 1875. Анна занимает 15-ю позицию в рейтинге ФНТР. Дарья Семенова, 23-летняя теннисистка из Санкт-Петербурга, мастер спорта. Ее рейтинг 1743. Сейчас Даша занимает
26-ю строчку в рейтинге сильнейших теннисисток страны. Второй сет. Тихомирова на подачу. Непростой мяч смогла Анна вытащить после касания мяча с сетки. Но Семенова, в общем-то, продолжила атаку. И Тихомирова, в свою очередь, сыграла слева в сетку. Ух ты, классное косое попадание Тихомировой. Почти в линию. 1-1. Не часто в первой партии Дарья Семенова действовала именно таким образом. Посмотрите, да, чаще Семенова начинает теперь в направлении правого угла соперницы действовать. В предыдущем розыгрыше удалось у нее забрать очко. Здесь же Тихомирова была на чеку и смогла контратаковать. Ну, вторую свою подачу, да, уже Тихомирова, конечно, не имела права отдавать. И хорошая, добротная атака получается у Тихомировой после собственной же подачи. 3-3. Видим прекрасно, да, что Семенова порой подключает скорость. Ну и через раз удается воспользоваться этим таким атакующим, да, элементом скоростным. У Семеновой сейчас Дарья не попала в правый угол. И попытка перевода по прямой у Семеновой также не получается. Тихомирова выходит вперед 5-4. Она тоже, да, прекрасно помнит, что порой соперница про правый угол забывает. Именно туда Тихомирова частенько атакует и набирает очки. Тут у Тихомировой не получилось толком попасть по мячу, поэтому очко уходит соперницы 5-6. Семенова на подачу. Просто действует Тихомирова, в данном случае атакует справа в середину. Но довольно мощно, да, посылает мяч, и Семенова в ответ играет за стоп. 7-5, Тихомирова на подачу. Немного, да, Анна игру ускоряет, где-то моментами усиливает. Ну и в итоге 8-5. Такая серия неудач у Семеновой получается. Да, ну и, в общем-то, продолжаются ошибки у Семеновой. 5 сетболов у Тихомировой. Одиннадцать-пять. Вторая партия за Анной Тихомировой, которая пока особых проблем во встрече против Дарьи Семеновой не испытывает. Довольно часто Семенова и Тихомирова играли друг против друга в рамках премьер-лиги. Ну и, в общем-то, картина личных встреч, по большому счету, в пользу Анны Тихомировой. В последний раз Семенова побеждала Тихомирову, когда еще выступала за команду «Ленобласть Ника». Тихомирова тогда представляла команду «Спарта НК».
И Семенова с огромным трудом победила 3-2, 7-4 в пятой партии. Ну а в целом Тихомирова, как правило, побеждает Дарью Семенову в матчах премьер-лиги со счетом 3-0. Так было, когда Тихомирова играла за «Спарту», а Семенова играла и за «Ленобласть», и за клуб «Борей» из Санкт-Петербурга. Затем, когда уже Тихомирова перешла в МГФСО, она дважды также обыграла Дарью Семенову, которая играла за как раз-таки «Горизонт». В начале этого сезона, я напомню, Семенова играла за подмосковную «Спарту», но теннисистки между собой не встречались. Хорошее начало третьей партии для Тихомировой. В свободный правый угол она посылает мяч, играя по подрезке соперницы. И туда же вновь атакует Тихомирова. Семенова вновь не успевает. Дарья не принимает подачу соперницы. И при счете 0-2-0-3 Максим Казанцев, тренер «Горизонта», берет тайм-аут. В этом сезоне Семенова провела не так много встреч в целом в рамках премьер-лиги. Всего лишь это 9-я встреча для Дарьи. И на ее счету до этого момента насчитывалось 2 победы и 6 поражений. Сегодня в утренней сессии обе команды проиграли. «Горизонт» уступил со счетом 0-3 одному из лидеров чемпионата Архангельской родины. А МГФСО, ну, возможно, для кого-то сенсационно, возможно, кто-то и предполагал, что так все и закончится. МГФСО проиграл команде УГМК «ОР». Это третья команда УГМК, которая располагается в нижней части таблицы. Все-таки разница между МГФСО и УОРом по очкам тоже довольно существенная. Но вот третья команда УГМК удачно начинает четвертый тур в домашних стенах, обыгрывая очень неуступчивую команду МГФСО «Москва» со счетом 3-1. Яна Тихомирова как раз-таки в этом матче дважды выходила к столу. Одно очко своей команде принесла, а вот уже во встрече против Златы Тереховой проиграла 2-3. Первое очко Дарья Семенова набирает в третьей партии. Неплохо атакует вновь слева Дарья. 5-1. Тихомирова на подачу. Ну, конечно, такой колоссальный опыт у Тихомировой, что очень многим ее соперницам приходится не сладко. Но мы прекрасно видим, да, как Тихомирова слева играет и в середину надежно, и в предыдущем розыгрыше в левый угол Семеновой отправила мяч Тихомирова. 7-2. Анна впереди. Но даже с захода влево Семенова вроде бы атакует. Атакует неплохо, очень мощно справа. Но Тихомирова возвращает сейчас любой мяч соперницы. 1-8. Прекрасно действует Анна. И справа в центр атакует, и затем уже играет слева в левый угол. 9-1. Очень агрессивная попытка Семеновой сыграть топ-спином справа в правый угол. Но опять-таки цели не достигает этот топ-спин. 9 матчболов у Тихомировой. Один Семенова смогла отыграть, но отставание, конечно, приличное. Ну и на этом все. 11-2. Третья партия завершается вот с таким неожиданным и разгромным счетом. Анна Тихомирова приносит первое очко МГФСО «Москва». И столичный коллектив, я думаю, после такой уверенной
игры и уверенной победы своего лидера Анны Тихомировой. Сейчас наберется еще больше уверенности и пойдет дальше за первой победой в четвертом туре. Ну, а «Горизонт» выступает тоже, по сути, да, у себя дома. Сейчас усилиями сестер Казанцевых попытается как-то исправить ситуацию в этом матче. Вторая встреча этого матча — Мария Панфилова и Кристина Казанцева — через несколько минут у первого стола. Вторая встреча матча МГФСО «Горизонт» у стола Мария Панфилова и Кристина Казанцева. Панфилова уверенно начинает матч, забирает первое очко на своей подаче и выполняет вторую. Пытается Казанцева действовать агрессивно, идет в атаку, слева не попадает и 0-2. Первое очко для Казанцевой в этой встрече. И есть возможность хорошая у Кристины счет сравнять. Но Мария Панфилова удачно играет, принимая чужую подачу, и посылает мяч Казанцевой в живот. 3-1. Пользуется своими габаритами, да, Панфилова. И сейчас сыграла очень надежно по прямой в правый угол. Мария вот эту подачу отрабатывает, да, очень давно. Такая косая, короткая подача, которая уходит соперницам вправо. Ну и Казанцевой здесь пришлось, конечно, выходить к сетке, тянуться к мячу, но принять эту подачу Кристина не смогла. 1-5.
И со второй подачи соперница также. И тут с первой-то проблем-то не возникло, ну и со второй тоже. Панфилова сразу же атакует. 7-1. Повезло Казанцевой. Задела сетку Кристина, принимая подачу. Посмотрите, когда Казанцева с подачей справилась и сразу же атаковала. И моментальная контратака Панфиловой в корпус. Такие скоротечные розыгрыши пока получаются. Сразу же, да, с приема теннисистки атакуют. Маша сейчас контратаковала неплохо. И посмотрите-ка, слева по прямой у нее получается очень неплохая попытка сыграть. Но совсем немного Панфиловой не хватает, чтобы на стол попасть. 8-4. Ошибается Маша на подачу. Уже со второй вроде бы, да, проблем не возникает. Панфилова подает. Казанцева атакует слева, причем неплохо. Панфилова была на чеку, ответила, заработав 9 очко. Ну а здесь просто шикарное попадание Казанцевой. Из середины. После собственной же подачи, да, ну, вполне себе неплохой мяч приходит Кристине, и она играет довольно косо влево. И вновь примерно такая же ситуация, правда, Панфилова, да, подавала. Ну, я имею в виду, ситуация такая же, позицию плюс-минус ту же самую занимает Казанцева. И также слева у нее очень резко получается сыграть в левый угол Панфиловой. Вплотную подбирается Кристина к сопернице. И при счете 9-8 в первой партии Андрей Крутов, тренер Марии Панфиловой и МГФСО «Москва». Ну, это, точнее, персонально с Панфиловой занимается Валерий Шевченко, а Андрей Крутов, тренер МГФСО «Москва», берет тайм-аут уже в первой партии. Ну, почувствовал Андрей, что атакующий натиск Казанцевой, конечно, как-то нужно немного подутихомирить. Возобновляется встреча после минутного тайм-аута. Ну и Панфилова. Видно, что немного с другим атакующим рисунком подходит к концовке сета. 2 сетбола у Марии. И у Кристины 2 подачи. Рискнула Казанцева в концовке. Также попыталась из середины атаковать хлестким ударом слева. На этот раз уже Кристина не попала. 11-8. Первый сет заканчивается в пользу Марии Панфиловой. Ну, в принципе, по первой партии можно с уверенностью сказать, что у Панфиловой было преимущество в целом по игре, да, но затем где-то во второй части этой партии Казанцева начала исправно набирать очки, неплохо играть слева, и в итоге едва-едва, да, Кристина не догнала свою соперницу. Марии Панфиловой 18 лет, она кандидат в мастера спорта. 22-ю позицию занимает в рейтинге ФНТР.
Кристина Казанцева на две позиции ниже, 24 место. Кристине 22 года, она мастер спорта. Рейтинг Панфиловой 1798, рейтинг Казанцевой 1781. Всего лишь 17 рейтинговых очков отделяют теннисисток в списке сильнейших. Ну и, конечно, можно сказать, что мы смотрим встречу равных соперниц. Вторая партия Казанцева на подачу. Удается вторую подачу соперницы у Панфиловой забрать. Для вот стартового отрезка любого сета это, безусловно, важная история. Но уже атакуя после своей же подачи, Панфилова ошибается, играя в сетку. 1-2. Красиво все делает Мария Панфилова. Вновь касая вот эта подача, которая уходит вправо. Ну и инициативу в итоге Панфилова забрала и уже не отдала. 2-2. Попыталась навесным топ-спином Казанцева атаковать, но у нее он должным образом не вышел. У подрезки соперница Казанцева также играет неудачно. При счете 0-1-2-4 Максим Казанцев берет тайм-аут. Вот так у нас в первых двух сетах тренеры уже свои тайм-ауты использовали. Казанцева и Панфилова играли между собой в рамках премьер-лиги неоднократно. Еще это случилось, когда Кристина Казанцева играла за команду Хван Мангым. Пока по одной победе в очном противостоянии держали Казанцева и Панфилова. Причем одно из них случилось во втором туре в этом сезоне. Казанцева переиграла Панфилову со счетом 3-1. Второй тур, напомню, проходил в Москве в спортивном комплексе Чертаново. Но это было единственное очко, которое смогла Кристина принести своей команде в том матче. МГФСО во втором туре обыграл Горизонт со счетом 3-1. Любопытная тут складывается история. Редко кому удается Панфилову настолько, да, заставить выйти к сетке. Удачно Казанцева сыграла в данном случае. Сразу же атакует, принимает чужую подачу и резко играет в правый угол. 3-5. И Панфилова вроде бы внимательно, да, пытается чужую подачу принять. Попыталась Маша ситуацию обострить в данном случае, но Казанцева сыграла надежно, спокойно. Как только усиливает Панфилова, причем неважно справа или слева, то у Казанцевой очень часто хорошего ответа не находится. 6-4. Красивая получилась здесь история. Причем и Панфилова, и Казанцева довольно мощно атаковали. И справа, и слева. И Казанцева завершает розыгрыш великолепным попаданием в левый угол соперницы. 6-5. Вновь Кристина очень агрессивно идет в атаку, принимая чужую подачу. И сравнивает счет Казанцева по 6. Смотрите, да, с каким азартом и уверенностью Казанцева пошла вперед. Молниеносная атака Кристины, которая выводит ее вперед
во второй партии 7-6. Ну, здесь уже Панфилова разозлилась, да, сама на себя и на ситуацию. Лидировала Маша в этой партии. Ну, здесь уже пришлось отдать лидерство соперницы. Тут же Панфилова включается и забирает чужую подачу. И атакует классно Мария. А Казанцева прекрасно помнит, да, что, играя в левый угол Панфиловой, можно очки набирать довольно часто. 7-8. Классный теннис на самом деле идет, такой без стеснения, что называется, без купюр. Обе атакуют, да, и пытаются пользоваться своими лучшими качествами в атаке по 8. Две подачи Казанцевой. Подрезает мяч Панфилова, причем оставляет, в принципе, удобно для Казанцевой. А вот по высокому мячу, хоть и с вращением, Кристина играет не точно. Пыталась перекрутить Панфилова в данном случае. В принципе, за попытку ставим 5. Ну, а за исполнение, конечно, здесь не от. Все-таки Маша сыграла в сетку. 9-9. Пытается рисковать Панфиловой. В принципе, теннис, по большому счету, на 50% состоит, да, из риска, на 30% из везения и на 20%, по моему мнению, да, состоит еще из твоих технических возможностей. Ну, Казанцева, получив сетбол, не стала здесь дожидаться ошибки соперницы, а наоборот навязала свою игру. И вторую партию забирает Кристина Казанцева со счетом 11-9. Вы знаете, игра набирает обороты. Если уж первый сет, да, вышел очень приятным с точки зрения зрительского интереса, то вторая партия получилась еще более красочная у Панфиловой и Казанцевой. Счет сравнивается, и у нас еще с вами как минимум две интереснейшие партии. Во встрече второго тура между Панфиловой и Казанцевой также счет был 1-1. И вот третий и четвертый сеты в итоге выиграла Казанцева. Сможет ли Панфилова сегодня взять реванш за поражение в декабре прошлого года? Мы с вами скоро узнаем. Третий сет Панфилова на подаче. Ошибается Казанцева на приеме подачи. Ну и Панфилова тоже делает небольшой подарок сопернице. Попыталась вновь активно сыграть Мария. И слева по прямой посылает мяч за стол. 1-1. Пытается нетривиально действовать в атаке Казанцева. Здесь попыталась сыграть резко и довольно мощно в правый угол. Ошибка случилась у Кристины. 1-2. Вот уже на своей второй подаче Казанцева действует безошибочно. И слева неплохо сыграла в середину, отодвинув, да, Панфилову от стола немного. И затем справа косо играет Казанцева, сравнивая счет.
Панфилова тут же включается в игру и играет таким образом, что Казанцева не смогла уследить за своим правым углом. 3-2. С еще одной подачей справиться Казанцева не смогла в этой партии. Ну, это как раз к разговору о том, что некоторые считают подачи не такими уж и важными элементами в игре. Ну, а я думаю, что большинство теннисистов согласятся, что подавая, да, у тебя есть все-таки небольшое преимущество перед соперником. Вновь в правый угол Казанцева не попадает, хотя великолепная возможность у Кристины возникла. А для этого с другой стороны Панфилова играла слева по прямой, да, тоже с вращением неприятным. 5-3. Вот в такой контр-игре все-таки дело, как правило, идет до того момента, пока кто-то один не допустит ошибку. На этот раз ошиблась Казанцева. Панфилова подает при счете 6-3. Сама себя сейчас Маша похлопала по щеке. Ну, это обращение к самой к себе, да, из серии. Зачем же нужно было играть именно таким образом? Не нужно торопиться и что-то выдумывать. Ошибка Панфиловой на приеме подачи. А здесь Маша попыталась, принимая подачу, да, сыграть в живот Казанцевой. А Кристина как будто бы ждала такого продолжения. Сравнивает Казанцева счет 6-6. Вот это да. Казанцева, конечно, выдает шикарную игру. Причем был эпизод в этом розыгрыше, да, когда Панфилова получила высокий мяч, и там у Маши была возможность сыграть как угодно. Немножко пощадила, да, соперницу Панфилова, и в итоге Казанцева сразу же воспользовалась этой возможностью. Вот здесь уже у Казанцевой не получилось сыграть справа. Хотя мы помним прекрасно, да, что совсем недавно у Кристины вот именно из этой зоны получился красивый косой удар. Ошибается Маша вновь, принимая подачу. 8-7, Казанцева впереди. Ну, никто пока из теннисисток в этой партии не отрывается, да, в счете больше, чем на 2 очка. Ну и Панфилова сейчас просто шикарно попала слева в правый угол. Вновь Маша из средней зоны играет слева. Таким навесным топ-спином, да, но уж слишком траектория полета мяча была не для того, чтобы он на стол упал. Ну, здесь вот и судьи немножко поучаствовали в игре в прямом смысле слова, да. Панфилова уже к этому мячу не успела. Шикарно попадает Казанцева справа по диагонали. И мяч летит прямо в руки одного из судей. 10-8, Казанцева с двумя сетболами и двумя подачами имеет шикарную возможность выйти вперед в этой встрече.
Пока этого не происходит, Панфилова играет аккуратно. Очень сконцентрирована Маша в концовке третьего сета. И для выхода на баланс Панфиловой, безусловно, нужно принимать чужую подачу без ошибок. Ну, приняла-то вроде бы Мария подачу неплохо, но затем постигла Машу неудача. 11-9. Третья партия за Кристиной Казанцевой, которая выходит вперед в счете 2-1. Вторую подряд партию Казанцева берет именно с этим счетом. Первый сет, напомню, закончился в пользу Марии Панфиловой 11-8. Ну, у нас действительно равная борьба равных соперников. В утренней сессии Казанцева играла против китайского легионера родины Сунь Иджэнь. Кристина уступила 0-3. Ну и Мария Панфилова тоже с утра потерпела поражение. Она играла против Златы Тереховой из клуба УГМК УОР. И Маша проиграла со счетом 2-3. Пятая партия закончилась в пользу Златы 7-3. Да, дорогие друзья, напомню, что в клубном чемпионате ФНТР все сеты идут до 11 очка, то есть при счете 10-10 разыгрывается решающее. А если встреча доходит до 5 сета, то там все заканчивается, когда один из теннисистов выигрывает 7 очко. То есть при счете 6-6 также разыгрывается решающее 7. Пыталась Казанцева обе свои подачи разыграть, да, выйти вперед 2-0. И, в принципе, все Кристина придумала неплохо. Но вот, атакуя из середины в правый угол соперницы, задела сетку Казанцева. Подачу соперницы Кристина принимает, причем очень здорово. Топсом слева посылает мяч в корпус Панфиловой, а Маша, в свою очередь, по мячу не попал. Да, очень такие шустрые атаки ходит Казанцева. Успевает, да, все время менять направление своих атак. Ну или довольно часто у нее получается это делать. Пока 3-1. Казанцева впереди. Опять-таки Казанцева прибегает к постоянным попыткам играть именно в левый угол Панфиловой. Пока это приносит результат 4-1 Казанцева на подачу. Вроде бы с чужими подачами Панфилова справляется, но Казанцева сразу же, да, получая мяч, идет в атаку. И очень симпатичная скрутка получилась у Панфиловой, на самом деле, на приеме. 1-5. Здесь Маша разбирается легко. После своей же подачи сразу же получает мяч. Очень удобный для атаки. Второе очко для теннисистки МГФСО Москва в этой партии. Ну и у Казанцева сейчас не смогла сыграть точно после срезки Панфиловой. Попала Маша, хотя в таких ситуациях, да, когда нужно перекрутить, Панфилова чаще всего попадает. 6-3. Атака Панфиловой на приеме подачи на этот раз заканчивается удачно и результативно для нее. 4-6.
Удачно Панфилова срезает мяч в левый угол. Немного не рассчитала, да, траекторию Маша в данном случае. И еще одно очко уходит в кобелку Казанцевой. 4-7. В принципе, Панфилова вот по той игре, да, что мы сейчас видим, сама себе враг, по большому счету. Где-то ошибки, а где-то, наоборот, немного пассивная игра. И да, сразу же Казанцева чувствует это и атакует. Причем удачно атакует уже самостоятельно. Вот, наконец-таки, Панфилова сыграла так, что у Казанцевой тут шансов особо-то и не было. Прекрасный прием подачи, и играет Маш в правый угол. 8-5. Еще одна подача Кристины. Немного видоизменила свою атакующую идею Казанцева. Действует надежно и при этом безошибочно. Причем играя по прямой в правый квадрат. Ну и здесь Кристина, кстати говоря, дала возможность сопернице контратаковать. И позиция, конечно, у Казанцевой была не очень удачная для того, чтобы с этой контратакой справиться. Ну а здесь Кристина зарабатывает 4 матчбола. Прекрасно принимает подачу соперницы Казанцева и сразу же идет в атаку, с которой Панфилова ничего поделать не смогла. 10-6. В концовке Казанцева не стала, да, как-то отсиживаться и завершает эту встречу Кристина хорошей такой добротной атакой. 11-6, четвертая партия за Кристиной Казанцевой. И второй раз в этом сезоне в рамках премьер-лиги Кристина Казанцева побеждает Марию Панфилову со счетом 3-1. Такая же история была и во втором туре. Тогда «Горизонт» проиграл 1-3. Сейчас команда сравнивает счет 1-1. Следующими к столу выйдут Мария Максимова и Арина Казанцева. Давайте возьмем небольшую паузу и через несколько минут вернемся к первому столу.
Третья встреча матча МГФСО «Москва» «Горизонт» у стола Мария Максимова и Арина Казанцева. Пока девушки разминаются, давайте посмотрим, как складываются остальные матчи вечернего запуска. «Родина» пока без особых проблем обыгрывает нижегородский «Сдюшор» номер 13 со счетом 2-0. ТМК «Тагмет» также один из лидеров чемпионата. Пока обыгрывает 2-0 УОР номер 1 Москомспорта. УГМК УОР уступает 0-1 Самарочке. УГМК Резерв также впереди 2-0 в матче против Ленобласти. УГМК, который идет на первом месте в чемпионате, со счетом 2-0 обыгрывает Хванмангым. И Казань пока впереди 1-0 в матче против Спарты НК. У нас начинается первая партия. И Максимова выходит вперед 1-0. Ну, уже вот вторую подачу соперницы Мария принять не смогла. 1-1. Ну, на самом деле, нас сейчас ждет, по большому счету, очень быстрая и остро атакующая игра с обеих сторон. Ну и здесь, конечно, большой вопрос. Я думаю, что в первую очередь везение, да? Кому чуть больше повезет, тот и одержит победу в этой встрече. Максимова уже со второй подачей Казанцевой не справляется. 3-2, Арина впереди. Ну и еще одна ошибка Максимовой на приеме подачи. Хорошо входит в эту встречу Казанцева, уверенно. Но по большому счету... Арина берет очки пока за счет ошибок соперницы. А вот здесь попыталась Казанцева, да, атаковать прямым ударом справа. И он цели не достигает. 5-3. Могло показаться на секунду, да, что Максимова край задела, но нет. Казанцева неплохо вот здесь срезает, затем... Дважды топ-спином слева играет Арина. А тут наткнулась Казанцева на мяч. Максимова тут же, да, включилась в эту ситуацию и уже не позволила Казанцевой ничего в ответ на удар справа придумать. Очень неплохо Казанцева сейчас срезала мяч вправо своей соперницы. 4-7. Максимова на подачу. И вот эту подачу Арина не принимает. Обменялись ошибками на приеме подачи. Вторая у Казанцевой. 8-5. Ну вот, чего действительно с избытком у Казанцевой, так это быстрота и резкость, да, вот умеет Арина сыграть очень резко для соперницы. Но вот если в предыдущем розыгрыше очень неплохо по диагонали попала Арина, то вот здесь уже Максимова не дала возможности своей сопернице сыграть так же активно. Ну и Маша проводит великолепную атаку. Делает счет 7-9 и завершающий. Вот здесь сейчас будет, да, классно. Слева сыграла, косо вправо. Казанцева и Максимова. 9-7.
Ну вот опять резко Казанцева играет, причем выжидает, да, берет небольшую паузу перед тем, как сыграть слева по прямой. И затем очень резко посылает мяч на половину стола соперницы. Чередует Казанцева удачные походы в атаку слева с неудачными. Но Максимова отыгрывает один сетбол, причем удачно играет слева в корпус соперницы. Следом еще один сетбол смогла Максимова отыграть, на этот раз уже на своей подаче. Добавила в уверенности в концовке, мне кажется, Максимова, и у нее хороший шанс для того, чтобы за эту партию зацепиться. Ну вот в концовке Мария рискнула, попыталась сыграть в левый угол и совсем немного не попал. Первая партия за Ариной Казанцевой. 11-9. Интересно, что эта встреча первая и для Арины Казанцевой, и для Марии Максимовой в четвертом туре. Пока девушки до этого момента к столу не выходили. Максимова одержала всего лишь одну победу в этом сезоне, переиграв Светлану Кудряшову. Дело было еще в первом туре. Тогда самарочка обыграла МГФСО со счетом 3-1. И вот единственное очко своему коллективу принесла Мария Максимова в очень непростом, да, поединке, одолев со счетом 3-2 Светлану Кудряшову. И пятая партия закончилась со счетом 7-5. В целом по сезону у Максимовой 7 поражений и вот всего лишь одна победа над Светланой Кудряшовой. Второй сет и на подачу Максимова. Ну, первая Маша пошла в атаку. Попыталась инициативу забрать. Казанцева тут же, в общем-то, темп соперницы поддержала и также начала активно атаковать, точнее, контратаковать слева. Какая, да, интересная ситуация возникла. Максимова атакует в правый угол. Казанцева тут же посылает мяч в живот соперницы. И я уж не знаю, как там получилось у Максимовой среагировать на этот мяч, но все-таки первое очко очень сложное Маша забрала для себя, и Арина довольно быстро вышла уже в лидеры этой партии. 2-1. Ну, ошибается Казанцева, играя слева по прямой, но сегодня мы уже с вами отмечали, да, ситуацию, что у Арины слева пока чередуются удачные атаки слева по прямой и неудачные. Начала этот розыгрыш Казанцева атаками в правый квадрат соперницы. И затем перевела, причем очень своевременно это сделала Арина. Перевела атаку в левый. Третье очко Арина зарабатывает. Включает Максимова топ-спин слева по диагонали. Такой довольно сочный, плотный получился. А Казанцева, в свою очередь, сыграла за стол. 3-3. Атака Максимовой. Сразу же с приема подачи. Навесной топ-спин. Ну, Мария на самом деле все время пытается, да, как-то первым номером действовать, но Арина Казанцева именно та теннисистка, которая вообще никому не позволяет никогда себя как-то в угол загнать, да, и инициативу Казанцева очень редко кому отдает. Да, у Арины бывает так, что ничего не получается, но при этом при всем Арина все время пытается либо контратаковать, либо, напротив, первой идти в атаку. 5-4, Максимова впереди.
Ну, вот опять видим, да, Максимова идет в атаку первая и дважды удачно играет слева. Сперва навесным топ-спином, но и затем усиливает слева Максимова. Маша не приняла сейчас подачу соперницы. И посмотрим, что предложит Казанцева на своей второй подаче. Ну а здесь Арина попыталась довольно глубоко в левый угол сыграть Максимовой и задела сетку. Арина. 7-5. Ну, обменялись, в принципе, не очень удачными розыгрышами своих подач теннисистки. 7-6. Ну и Максимова дает возможность Казанцевой догнать себя в счете. Маша также активно пошла в атаку, попыталась сыграть в правый угол и не попал. Но Кристина, точнее Арина, проводит просто шикарный, да, образцово-показательный розыгрыш и наглядно демонстрирует, как нужно атаковать после собственной же подачи. Вот еще раз мы смотрим этот эпизод. И на вылет в правый угол Казанцева завершает этот розыгрыш. И более того, Арина выходит вперед 8-7 во второй партии. Андрей Крутов, после того, как Мария Максимова лидировала в этом сете, да, и отдала лидерство, берет минутный тайм-аут. А мы только что смотрели крупным планом такую мини-сценку, разговор отцов и детей. У нас уже завершились два матча вечерниковой сессии. Родина и УГМК одержали дежурные победы со счетом 3-0. Родина обыграла нижегородский «Сдюшор». Ну, а УГМК переиграл с тем же счетом Хван Мангым из Узбекистана. Ну, повезло, объективно говоря, Казанцевой. Здесь сетка вмешалась в дело. Это да, к такому атакующему, да, к такой атакующей идее Казанцева прибегает сегодня впервые. Интересное решение, и главное, что Арина сыграла точно, заработав 3 сетбола. Ну и все заканчивается в пользу Арины Казанцевой во второй партии, 11-7. Как мне показалось, немного удалось у Казанцевой в концовке второй партии как-то сломить соперницу. У Максимовой вообще мало что получалось в концовке второго сета. Но Казанцева немного добавила, и причем играла в конце второго сета без ошибок, за счет чего и удалось Арине здесь победить. Причем мы с вами прекрасно помним, да, что Максимова довольно долгое время в этой партии вела в счете, и уже при счете 7-8 Андрей круто взял тайм-аут, но это ни на что не повлияло. Казанцева после этого тайм-аута взяла 3 очка подряд. Мария Максимова, 14 лет, она кандидат в мастера спорта, 62-я ракетка России, ее рейтинг 1251. Арина Казанцева располагается существенно выше в рейтинге, 39-я позиция. Арине 19 лет, она мастер спорта с рейтингом 1596. Третий сет, Казанцева на подаче. Ну, пока мы видим, да, что в целом сценарий не особо поменялся по сравнению со второй партией. Казанцева уверенно обе свои подачи забирает.
Ну и теперь посмотрим две подачи Максимовой. Ну и на приеме также Казанцева хороша. Хотя нет. Судьи меняют решение и отдают очко Максимовой. Со второй подачи соперница не справляется. Казанцева 2-2. Ну вот, посмотрите, какую красоту выдают Казанцева и Максимова. И все это изобилие заканчивается ошибкой Казанцевой при игре справа по прямой. Хотя из левого угла, да, Арина вытащила очень непростой мяч. Слева налево, на мой взгляд, немного поувереннее ситуация в пользу Казанцевой. 3-3. Но здесь Максимова меняет направление собственной атаки. И Казанцева немного не успевает дойти до этого мяча. Играет в сетку. 4-3. Очень агрессивно сыграла Казанцева в данном случае. Дважды в правый угол. И вроде бы, да, с первым ударом Максимова справляется. Но вот со вторым уже сил не хватило справиться. Ошибка Маши на приеме подачи. Ну и просто превосходно Казанцева сейчас вновь попадает слева. Подстроилась под мяч и по диагонали на вылет. 4-6. А вот здесь уже Казанцева ошибается, играя слева. Но опять-таки мы возвращаемся к теме, которую поднимали в первой партии, да? Как-то чередует Арина розыгрыши, где ей удается попасть слева или наоборот не попасть. Сместилась Казанцева в середину. Ну, а Максимова на самом деле сыграла максимально грамотно в данном случае. Попыталась сначала сместить Казанцеву влево. Арина очень быстро нашла возможность, чтобы вернуться в середину. Но две подряд неточности у Казанцевой. И именно эта ситуация заставляет Максима Казанцева взять минутную паузу. Но так же, как и Андрей Крутов, да, все-таки надеялся, видимо, Максим Казанцев, что удастся у его дочери забрать очко, хотя бы одно, и можно будет избежать этого тайм-аута. Но все-таки, как Андрей Крутов, да, взял тайм-аут при счете 7-8. Также и Максим Казанцев берет тайм-аут, когда игрок его команды проигрывает. Очередная ошибка Максимовой. Довольно много Маша ошибается на приеме подач по 7. Ну, Арина продолжает, да, как-то чередовать, миксовать удачу и неудачу при игре слева. Тут и с подачей справилась соперница неплохо. Ну и далее пошла в свою атаку. 7-8. А вот уже со второй подачи соперницы Казанцева не справляется. Ну, попытка атаковать, да, но все-таки в сетку задела Казанцева. В данном случае вновь равный счет. Инициатива по большому счету на стороне Арины. Но вот
еще раз слева играет не точно Казанцева, и соперница впереди. Долго выжидала свой шанс Казанцева, чтобы сыграть слева и точно в этот раз. Удачно сыграла, да, по подрезке Максимовой, и мяч достался Казанцевой. Вполне себе высокий, удобный для атаки. 9-9. Ну, посмотрите, как легко и свободно Казанцева меняет направление своей атаки. Опять-таки, да, в основном Рина играет слева. Дважды сыграла в левый квадрат, сместила максимально Максимова, ну и затем перевела атаку в правый угол. Максимова пока не сдается, умница, сравнивает счет 10-10. Был матчбол у Казанцевой. Ну и сейчас, по сути, ситуация такая, что... Да, Максимова при матчболе у соперницы забирает 10-е и следом 11-е очко. Ну, тут настолько уверенно Маша сыграла в концовке, да, и приняла чужую подачу, сразу же атаковала в правый угол. Конечно, достойно отдельных аплодисментов. 11-10. Третья партия за Марией Максимовой, которая берет первый для себя сет в четвертом туре. На счету Арины Казанцевой 18 проведенных встреч в этом сезоне в составе «Горизонта». 6 побед и 12 поражений. Ну, на самом деле, очень уверенно, мощно и результативно Арина провела третий тур. Там она одержала очень много побед. В частности, три последние встречи Казанцевой в этом сезоне закончились ее победами. 3-2 она обыграла Марию Степанову, 3-1 Анастасию Иванову и 3-1 Карину Юсупову. Это все были встречи в рамках третьего тура. Не удалось у Казанцевой обе подачи соперницы забрать, хотя она пыталась максимально это сделать. Максимова прекрасно отразила атаки Казанцевой только что и взяла первое очко и тут же второе. Вот ровно в таком же стиле Максимова завершила предыдущую партию скидкой, да, закончив третий сет. Ну и здесь тоже удачная скидка Максимовой сыграла на приеме подачи, и следом Маша забирает еще одну очко. 3-1. Здесь выключилась из эпизода, да, ненадолго Максимова, но в целом ее это не сбило с темпа. Ну и посмотрите, какой ход Маша набирает в четвертой партии. На уверенности идет вперед и не позволяет Казанцевой играть первым номером, но это уж точно. 1-5. Опять такая пассивная позиция была у Казанцевой. Максимова могла атаковать куда угодно и как угодно, решила Маша сыграть справа по прямой и не попала на стол. Ну и Казанцева тут же тоже допускает ошибку, правда, играя в левый угол соперницы. Задевает Арина сетку, 6-2. Ну вот после неудачной концовки третьей партии у Казанцевой как будто бы игра совсем рассыпалась. Совсем Арина перестала попадать, ну а Маша напротив попадает. И причем чувствует Максимова, что можно
не то, что и эту партию выиграть, да и матч в целом. Классно играет Максимова. Здесь на самом деле ей должно быть очень обидно, потому что, в принципе, со своей соперницей в этом розыгрыше она справилась очень легко. Правда, вот в правый угол не попал. 70 боллов у Максимовой в четвертой партии. И посмотрим, сможет ли сейчас Казанцева как-то отправиться в погоню за соперницей. Пока получается. Пока с подачей Максимовой Казанцева справилась, сразу же атаковала в левый квадрат и две подачи Арины. Аккуратно играет Казанцева, при этом, на мой взгляд, максимально правильно, да, посылает мячи на противоположную часть стола. Еще один сетбол отыгран. Но все-таки Казанцева ошибается. И четвертая партия завершается со счетом 11-5 в пользу Марии Максимовой. Она сравнивает счет. Проигрывала по сетам 0-2 Маша. Но очень уверенная на самом деле игра. И четвертый сет, конечно, был очень необычным с точки зрения того, что Арину Казанцеву в этом сете мы совсем, да, с вами не узнали. Ну, это у нас получается первая встреча, где все дело дошло до пятой партии. Напомню, что здесь та теннисистка, которая первая наберет седьмое очко и побеждает. Пятый сет, и, в принципе, игра примерно в том же русле протекает. Активно с обеих сторон. Максимова пока немного точнее забирает очень важное очко на чужой подаче. Да, вот огромный вопрос, что же случилось с Ариной Казанцевой. 2-0, в третьей партии был матчбол. А тут, ну, совсем прицел сбился. Нет, безусловно, конечно, не все только зависит от Казанцева. Максимова прекрасно перестроилась, шикарно себя чувствует в последних нескольких сетах против Казанцевой. 3-0 в пятой партии. Маша ведет, и у нее еще одна подача. Вот после смены сторон, как мы видим, да, игра не меняется. Максимова также активно атакует. Ну, а у Казанцевой пока что ничего в этом сете не получается. Даже вот здесь, все время меняя направление атаки, Казанцева выводит себя на такой оперативный простор и атаковала в правый угол Арина и не попал. Тут не знаю, насколько сетка вмешалась в дело. Все-таки вот такие касания, да, троса немного сбивают в любом случае темп. Первое очко для Казанцевой в пятой партии. Максимова на подаче. Навесной топ-спин у Марии не проходит. По длине ошибается Мария. 5-2. И у теннисистки МГФСО еще одна подача. Третье очко подряд забирает Казанцева, но опять-таки рискует
моментами. Максимова попыталась сейчас сыграть в угол. Совсем незначительно ошиблась, но все-таки тут не важно, да, как полетел мяч. Да. Вот этот сюжет у нас, конечно, складывается. 5-0. Вела Максимова в пятой партии. И Казанцева уже наступает на пятки своей соперницы. 4-5. Арина на подаче. Ну, вернулась вроде бы, да, в игру Казанцева. И вот 3-4 очка подряд, которые она забрала, придали ей сейчас максимальной уверенности. Сравнивает счет Казанцева по 5. Ну, а Максимова видно, что, да, слегка потеряла запал атакующий. И про правый угол забыла слегка Маша. Ну, а Казанцева зарабатывает еще один матчбол. Отыгрывает Мария Максимова этот матчбол. Напомню, что в третьем сете при счете 9-10 Максимова взяла 2 очка подряд и осталась в игре. И сейчас имеет великолепную возможность победить. Но подача у Казанцевой. Смотрим. Да, конечно, удивительная, просто удивительная игра. Настольный теннис. Проигрывая 0-2, Мария Максимова отыгрывает в третьей партии матчбол у Арины Казанцевой. Доводит эту встречу до пятой партии. Максимова ведет 5-0. Затем Казанцева вырывается вперед 6-5. И вновь, да, когда у соперницы матчбол, Максимова максимально собирается и добывает 2 важнейших очка. И для себя, и для своей команды. Мария Максимова одерживает очень непростую победу, но мы видим реакцию, да. Маша, конечно, она улыбается и немного как-то такой смех, как будто бы ни на что Максимова после 0-2 не рассчитывала, а тут, ну, получилось как получилось. Вот я вроде бы выиграла, да, и я иду и встречаю эту победу именно таким образом. Что ж, МГФСО Москва опять выходит вперед в этом матче. Напомню, что Анна Тихомирова обыграла Дарью Семенову со счетом 3-0. Затем Кристина Казанцева в 4 партиях переиграла Марию Панфилову, сравняв счет и принеся горизонту первое очко в этом матче. Ну а теперь Мария Максимова вновь выводит столичную команду вперед 2-1. Далее у нас к столу должны выйти Анна Тихомирова и Кристина Казанцева. Немного отдыхаем и через несколько мгновений возвращаемся к первому столу. Thank you.
Четвертая встреча матча МГФСО Москва. Горизонт. Московская команда впереди 2-1. Только что Мария Максимова в очень увлекательном матче обыграла Арину Казанцеву и принесла второе очко своей команде. Причем, я думаю, что сейчас мы с вами посмотрим молниеносные, да, атаки со стороны Кристины Казанцевой. И, естественно, насладимся тем, как Анна Тихомирова шикарно играет. Умеет играть с любым соперником. Проигрывала Тихомирова 0-1. Сейчас уже выходит вперед 2-1. Еще одна подача Анны. Совсем немного Тихомировой не хватает, чтобы попасть в правый угол. Но на самом деле неплохо и Казанцева срезала изначально в правый угол. Ну, я думаю, что Тихомирова прекрасно знает слабые, да, стороны Кристины Казанцевой. И тактика, да, и схема игры Тихомировой будет строиться, вероятнее всего, именно на давлении на вот эти слабые болевые точки Казанцевой. Ну, а Кристина, в свою очередь, попытается, да, взять именно скоростью и вот принятием вот настолько быстрых решений, как только что нам Кристина и продемонстрировала, сыграв в правый угол. Ну вот, и даже атакуя просто в центр, Казанцева заставляет Тихомирову допустить ошибку. 3-4. Ошибка Тихомировой на приеме подачи. Длинно подрезает Анна мяч и ошибается, довольно редкая для нее, в принципе, ошибка. Исправляется Тихомирова. Сразу же играя мощно справа в середину. По пяти. Ну, пользуется своими шансами Казанцева, причем пользуется пока неплохо. Сыграла, да, навесным топ-спином, а затем добавила куда более мощный топ слева. Ну и тут же Тихомирова, как только, да, Казанцева получает небольшое преимущество по счету, Тихомирова тут же включается в игру. Ну и, конечно, шикарно Анна играет и переводит. И вот попадание из центра справа в левый угол, конечно, украшение этой встречи. Неудачно атакует Казанцева слева в данном случае. В левый квадрат Тихомирова сейчас играла. И в одном из моментов вот здесь, да, довольно глубоко в левый угол попала. 8-6. Ну, пока мы видим, как опыт побеждает молодость. Еще одна подача Тихомировой. Да, возможно, где-то, даже в большинстве случаев, Тихомирова действует довольно-таки прямолинейно, но с другой стороны, когда соперница дает тебе возможность, да, играть и таким образом, и когда соперница в концовке партии ошибается на подаче, тут хочешь не хочешь, но выиграешь. Первый сет за Анной Тихомировой 11-6. Ну и пока вы знаете, у нас складывается очень похожая история второго тура в матче между этими командами. Тихомирова принесла первое очко МГФСО, победив 3-0. Затем Казанцева победила 3-1. Ну и вот разница лишь в том, что тогда второе очко МГФСО принесла Анастасия Береснева, переиграв Регину Ким 3-2. Здесь у нас к столу вышли Мария Максимова и Арина Казанцева.
Но тоже, да, встреча закончилась со счетом 3-2 в пользу теннисистки из Москвы. И вот четвертая встреча и опять повторение второго тура Тихомирова и Казанцева. Кристина Казанцева выясняет отношения у стола. Тут, по большому счету, Тихомировой для победы своего клуба необходимо побеждать. Казанцевой нужно обязательно приносить второе очко «Горизонту». Ну, в общем-то, матч почти как под копирку напоминает второй тур. Тогда в четвертой встрече Тихомирова победила 3-1. Спокойно забрала первый сет 11-5. Здесь была примерно такая же ситуация. Ну, а тогда второй сет выиграла Кристина Казанцева 11-7. Ух ты, совсем немного Казанцева не попала в середину. Там буквально какие-то миллиметры отделили Кристину от того, чтобы повесить край. 1-1. Вот слегка, да, Тихомирова меняет направление. И тут же у Казанцевой получается неточный удар. 1-2. Ну так, на игру Казанцевой слева по прямой Тихомирова отвечает довольно мощно справа. Играет в сетку. Счет равный по двум. Вот здесь Тихомирова принимает решение первой пойти в атаку. Казанцева пыталась перекрутить, но довольно существенно ошиблась, сыграв за стол. Ну а тут Кристине, откровенно говоря, повезло. Каждый, абсолютно каждый теннисист, конечно, по много-много раз, когда соперник задевает трос, да, и везет именно сопернику. По мысли неплохо Кристина сыграла сейчас слева по прямой. Мяч слегка по косой траектории все-таки отправился за стол. По четырем. Опять первым номером Тихомирова играет. Правда, на этот раз неудачно. Пошла в атаку Казанцева, да, и с каждым ударом все быстрее и сильнее играли теннисистки. И в концовке решила Кристина сыграть справа в центр и не попала. По пяти. Выходит вперед Казанцева, причем удалось ей сделать так, чтобы именно Тихомирова ошиблась и сыграла в сетку. Еще раз Кристина действует довольно активно. И вот свой такой атакующий настрой, да, причем когда именно Анна шла первой в атаку, Тихомирова куда-то растеряла. 5-7. И здесь дает возможность Тихомирова своей сопернице, но уж, простите, уж грубо, да, скажу, но все-таки расстреливать, да, саму себя. Высокий мяч Тихомирова предоставляет Казанцевой. Ну а тут розыгрыш, конечно, на заглядение получается. И, что интересно, Казанцева не успевает за ходом атаки Тихомировой. И классно Анна попала в правый угол. 8-6. Опять сетка в пользу Казанцевой. Тут, конечно, по-другому и не скажешь. Действительно, сетка
в этой партии очень сильно вклинивается в принципе, ход игры. Да, вторая партия пока по большому счету за Казанцевой. Это не только дело в том, что у нее 4 сетбола. В целом по игре виден некоторый спад у Тихомировой. Ну и, в общем-то, как раз-таки ошибкой Анны эта партия и завершается со счетом 11-6. Ну что ж, у нас прям не перестану это говорить, но действительно повторение матча второго тура. Ну, тогда, на самом деле, у Тихомировой и Казанцевой игра получилась тоже довольно упорная. Несмотря на то, что Тихомирова выиграла 3-1, все-таки с огромными трудностями она встретилась тогда в спортивном комплексе Чертаново. У нас тем временем завершился еще один матч. За пятым столом ТМК «Тагмет» одержал победу над командой УОР номер 1 Москомспорта со счетом 3-0. Самарочка также победила 3-0 команду УГМК УОР. Для Самары это первая победа в четвертом туре. Напомню, что в утренней сессии Самарочка проиграла команде УГМК «Резерв» со счетом 2-3. Ну, конечно, назвать это какой-то сенсацией нельзя, все-таки у ГМК «Резерв» идет на четвертой позиции, но, конечно, я думаю, что большинство болельщиков и экспертов предполагали, что в этом матче победу одержит именно Самарочка. Ну, вроде бы, набрав сейчас первое очко, Тихомирова, мне кажется, немножко добавит в уверенности. Потому что какой бы опытный, да, ни был спортсмен, все-таки иногда бывает, что не летит, и ты как-то сам перестаешь быть уверен в том, что ты делаешь. 3-1. Кристина Казанцева на подачу. И вот здесь теперь уже сетка помогает Тихомировой. В той партии дважды сетка играла за Казанцеву. 3-2. Потрясающе. Даже несмотря на то, что Тихомирова резко перевела, да, атаку в правый угол Казанцевой. Вот здесь Кристина нашла возможность среагировать на этот перевод и сыграть справа по прямой. 2-4. Браво, Казанцева. Ну, все-таки у Кристины справа полный порядок. И довольно часто, когда Кристине играют в правый угол, она тут же контратакует. 6-2 в третьем сете. Ну вот здесь уже не хватило, да, немного скорости Казанцевой. И слегка ногами до последнего мяча Кристина не дошла. Ошибается Тихомирова на приеме подач. Атакует Казанцева, принимая подачу Тихомировой. И на самом деле Кристина слегка рисковала. Могла она получить в ответ очень опасную контратаку. Здесь Казанцева вновь устраивает такую перестрелку со своей соперницей. И ошибка у Кристины. Немного совсем задевает сетку Казанцева. И мяч в данном случае как-то не решился опуститься на
Половину стала Тихомировой. 8-4. Он продолжает с тем же напором Казанцева идти вперед. А Тихомирова ошибается, играя слева. 9-4. Ну, запас по счету у Казанцевой есть. И она пока может позволить себе сыграть не точно, как только что. Две подачи Тихомировой. Ну вот, мне кажется, Анна уже встает на те самые рельсы, по которым она ехала в первом сете. Максим Казанцев берет минутный тайм-аут при счете 1-1-9-6. Почувствовал Максим, что начинает потихоньку Кристина сдавать позиции, а Анна Тихомирова, напротив, возвращается к той игре, которую она показывала в первой партии. У нас только что закончился еще один матч у ГМК «Резерв». Побеждает команду «Ленобласть» со счетом 3-1. Вторая победа для резервисток в четвертом туре. В матче «Казань-Спарта-НТК» счет 2-2. И сейчас у стола две защитницы, Альфия Юнусова и Дарья Шадрина. Дорогие друзья, все 7 столов у нас транслируются на YouTube-канале ФНТР, поэтому у вас есть прекрасная возможность смотреть несколько игр параллельно, может быть, даже и все 7. Я думаю, что такие любители настольного тенниса и такие энтузиасты тоже есть, которые включают сразу 7 матчей одновременно и наслаждаются настольным теннисом. Мы продолжаем после минутной паузы смотреть за третьим сетом встречи Анны Тихомировой. Кристина Казанцева. Ну, после минутного тайм-аута Казанцева наконец-таки смогла взять очко и 4 сетбола получить. Ну, как бы ни старалась сейчас Казанцева, причем атаковала-то Кристина очень классно, честно. Тут в любой другой ситуации, я думаю, что Казанцева очко бы забрала, но когда перед тобой Анна Тихомирова, и для нее, да, ситуация довольно сложная, конечно, я думаю, сейчас Тихомирова будет максимально идти в атаку, но здесь Тихомирова не попала, но розыгрыш все равно очень красивый. Он становится последним в третьем сете 11-7. Кристина Казанцева вырывается вперед. Четвертая партия. Тихомирова на подаче. Казанцева может принести своей команде второе очко в этом матче, но для этого нужно забирать еще один сет. Ну, такая же возможность, конечно же, есть у Анны Тихомировой, но все-таки делаем акцент пока что на Кристине Казанцевой в этой встрече, поскольку Кристина впереди 2. Вы знаете, мне кажется, что на Казанцеву сейчас, конечно, давит авторитет соперницы, вот по-другому сказать не могу.
0-4. Ну и, конечно, угроза над Казанцевой повисает в этой партии. Ну и посмотрите, как легко, спокойно и красиво играет Анна Тихомирова. 5-0. У теннисистки МГФСО еще одна подача. Ну, так как-то менялись, да, из левого угла. Тихомирова начала перебираться в середину, затем все правее и правее уходило. И у Казанцевой была ровно такая же ситуация. Первое очко для Кристины в этой партии. 1-5. Пытается зачастую Казанцева играть в левый угол. Но уж слишком неточные пока у нее получаются попытки. Атакует Тихомирова, принимая подачу, и ошибается по длине. В начале розыгрыша, на самом деле, Тихомирова очень здорово срезала в правый угол. И казалось бы, что сейчас инициативу Анна заберет, но Кристина сыграла просто выше всяких похвал. 6-3. Посмотрите, да, какую мощную, яростную атаку отправляется Казанцева, принимая подачу Тихомировой. И вот принять-то подачу Казанцевой получилось. Атакуя в правый угол, а уже затем туда же в правый добавить не смогла Кристина. Довольно далеко от стола, оказывается, и Казанцева, и Тихомирова. Нечастая ситуация для этой встречи. 4-7. Но опять Казанцева... Может быть, и рискует, но какие еще здесь варианты? Первая атакует Кристин. Ну, а соперница просто-напросто не смогла попасть по мячу. Хотя, я думаю, что Тихомирова пыталась максимально перекрутить в данном случае. Была именно такая идея у Анны. 7-5. Вот с каждым... ударом, да, все усиливает и усиливает Тихомирова. И затем у нее получается сыграть очень косо вправо своей соперницы. И за счет этого как раз-таки и взять восьмое очко. Дала возможность Тихомирова сейчас Казанцевой атаковать из середины в правый угол. Пользуется этой ситуацией Кристина. 6-8. Опять Казанцева первая атакует. И, в общем-то, удивительно, но Тихомирова дает возможность своей сопернице играть именно таким образом. 8-7. Тихомирова впереди. В четвертом сете и Андрей Крутов опять-таки почувствовал, да, что у Анны опять начинается некоторый спад в игре. Начинает она потихоньку отдавать инициативу Кристине Казанцевой, берет тайм-аут. Но, как мы помним, во встрече Марии Максимовой Андрей Крутов взял тайм-аут при счете 7-8 не в пользу Маши. И тогда Арина Казанцева смогла в концовке 3 очка забрать. Тут уж не стал до критического момента доводить Андрей Крутов. И все-таки берет тайм-аут, пока Анна Тихомирова находится еще в лидерах четвертого сета. Возобновляется матч после минутной паузы. Казанцева подает. И шикарный прием подачи от Анны Тихомировой.
Ну, все-таки Казанцева тоже, да, прекрасно понимает, как нужно сыграть, чтобы у Тихомировой не было возможности достойно и точно ответить. 9-8. Теннисистка МГФСО на подачу. Попыталась в конце этого розыгрыша Казанцева немного усилить свою атаку, причем сыграл справа. По большей части Кристина играет слева. Два сетбола у Тихомировой и две подачи Казанцевой. Ну и мы видим, да, как Тихомирова, немного отойдя от стола, сыграла справа в центр. Мощно, но и у Кристины Казанцевой была хорошая возможность для того, чтобы перекрутить. И совсем немного Кристине не хватило. 11-8, четвертый сет за Анной Тихомировой. Она сравнивает счет. И мы посмотрим во второй встрече подряд пятую партию. Ну, как я вижу, у горизонта разминается Регина Ким, которая начинала этот матч в качестве запасного игрока. Ну и, судя по всему, замена в составе горизонта Дарья Семенова. Если, да, понадобится пятая встреча, к столу не выйдет. Вместо нее сыграет именно Регина Ким. Но произойдет ли это, мы поймем как раз-таки после вот этого решающего пятого сета во встрече Анны Тихомировой и Кристины Казанцевой. Тут, в общем-то, классическая история от Анны Тихомировой. Ну и также в правый угол попадает на этот раз на вылет Тихомирова. Чуть ближе, да, к левому своему углу находилась Тихомирова, нежели чем в предыдущем розыгрыше. 2-1, Анна впереди. Ну, на опыте, конечно, сейчас Тихомирова идет вперед. И пока в пятом сете безоговорочно лидирует. 3-1. Теннисистки меняются сторонами. Сейчас сама с собой разговор ведет Анна Тихомирова. И показывает, да, сама себе, как нужно было топ-спином справа сыграть, чтобы не допускать ошибки. Слева налево действуют Казанцева и Тихомирова. И Кристина попыталась рискнуть сыграть глубоко в левый угол и немного не попадает Казанцева. 4-2. Тихомирова на подачу. Ошиблась Кристина, но сейчас обе теннисистки настраиваются очень долго и... Вот, например, Казанцева, да, задумавшись, совсем слегка, видимо,
как-то продумывала свои дальнейшие действия. И вот здесь справа неплохое попадание в правый угол. 3-5. Ну, вы знаете, Тихомирова тоже прекрасно понимает, что раз у Казанцевой справа летит неплохо сегодня, ей нельзя давать возможность как раз-таки справа и играть. 6-3 у Тихомировой, 3 матчбола. Ну и все. Анна Тихомирова побеждает Кристину Казанцеву в очень непростой встрече со счетом 3-2. Пятая партия за Анной Тихомировой, 7-3. И Анна приносит 2 очка своей команде в этом матче. МГФСО Москва побеждает «Горизонт» со счетом 3-1. Ну, у нас плюс-минус, да, повторилась история второго тура, когда Тихомирова начала со счета 3-0, затем Кристина Казанцева сравняла счет. Также третья встреча закончилась со счетом 3-2. Правда, тогда другие теннисистки выходили на третьих номерах. Ну и Анна Тихомирова второе очко тогда и сейчас приносит МГФСО в матче против «Горизонта». Мы благодарим теннисисток за прекрасный теннис. Поздравляем команду МГФСО «Москва» с первой победой в четвертом туре. Ну а вас, дорогие друзья, я благодарю за внимание. Сегодня матчи за первым столом для вас прокомментировал Михаил Юшков. Не переключайтесь, сейчас еще посмотрим интервью с победителями.
С нами Анна Тихомирова, лидер команды МГФСО «Москва», которая сегодня принесла 2 очка своему коллективу. Вы обыграли очень непростую команду «Горизонт». «Горизонт» играл у себя дома, по сути, но вам удалось одержать победу. Расскажите, как складывались ваши встречи против Дарьи Семеновой и Кристины Казанцевой? Так, складывались тяжело. Мне со всеми тяжело. И что мне удалось 2 очка дать в этом матче, я очень рада такое. Не помню, когда было последний раз. С Дарьей было полегче. Может быть, она какое-то время, не знаю, не играла, пропустила. Обычно у нас с ней матчи проходят гораздо тяжелее. То есть и было, когда я проигрывала. Но сегодня все было нормально в мою пользу. А вот сейчас матч с Кристиной Казанцевой был более драматичен. Ну, хотя я знала, что так будет. То есть легко не будет. И всегда мы с ней боремся. Но вот удача была на моей стороне, и мы раньше закончили, чем могли бы еще дальше сражаться. Вы знаете, сложилось впечатление со стороны, что у вас где-то во встрече с Кристиной Казанцевой слегка начали силы покидать. Так ли это? Нет, не силы. Мне кажется, меня голова уже покинула, потому что мы повели 2-1, и я знаю, что этот матч, ну, как бы не последний, может быть. И, наверное, вот это... Не смогла я максимально так мобилизоваться, как-то сфокусироваться. И вот в середине я действительно, да, уже, то есть так поплыла немножко. Но потом, может быть, где-то Кристина ошиблась, и это еще меня чуть-чуть мотивировало поиграть до конца. Мария Максимова дала тоже очень важное очко. Вот насколько удалось, конечно, может быть, схемой, расстановкой удивить соперников, так что Максимова, уступая 0-2, в итоге даже победила. Да, это вообще супер результат. И сказали, что у них между собой матчи всегда складывались не в нашу пользу, то есть не Максимова фаворит была. Поэтому это вообще супер и для нее, и для нас. То есть то, что мы повели, это, конечно, огромная удача. То есть это хорошо для нас. Может быть, это очко и было даже важнее, чем мое вот сейчас. В утренней сессии вы уступили команде УГМК ОР, которая идет ниже в таблице. С чем связано поражение? Причем 1-3? Да, даже не знаю, с чем связано. Но все хорошо играют, все стараются, все борются. Равные матчи. И я проиграла на 6. Это вот еще раз доказывает, что все равны. То есть идут очко в очко. Ну, так сегодня сложилось. Очень плотная ситуация в таблице, да, и, в общем-то, вам нужно бороться за 8-ку. Как думаете, какое место в итоге займете в таблице? Ну, вроде бы, как тренер уже у нас знает, что мы на 8-м так и останемся. То есть вот то, что еще сейчас мы матч выиграли, у нас хороший задел вроде бы в очках, в каких-то личных матчах. Но мы не думаем, что мы не будем в 8-ке. Соответственно, если вы заканчиваете в 8-ке, какой у вас дальнейший план на плей-офф? Ну, для начала приехать туда, а там уже посмотрим, то есть кто будет соперник, кто из нас будет в какой форме. И, надеюсь, тренер угадает, кто с кем хочет сыграть, у кого какие хорошие результаты, потому что пока ему это что-то не удается. Он не в нашу пользу все делает. Огромное спасибо. Это была Анна Тихомирова, игрок команды МГФСО «Москва». Вам удачи в дальнейшем и всего хорошего в ближайших игровых днях. Спасибо большое. Будем стараться. Спасибо.